Я дома, мамуся тут наготовила вот это то, что я мечтала. Холодец. Уже немножко порезали тут его. Хвостяру вот так надо, да. И вовсю закон у мамы тут рассада. Природа. Природа, природа. В новом платье бегает. Да, танцует, молодец, красиво. И куда девать, не знаю. Прошлый год 5. Лейб-то не видно. Да. Класс. Во. Молодец. А я, кстати, с детства любила и лейкой поливать. Во. Ты тихонько, не сломай мне розы, ядрить, твою мать. Шагаешь. Будет вообще коврик. Коврик будет красивейший, будет коврик. Труд создал человека. Раз он его и угробит. Но мы не дадимся. Да. Мы не дадимся. Врагу не сдается наш гордый варяг. Пусть миром правит красота. Да. Тоже так считаю. Красота и доброта и любовь. Мамуль, рассада пойдет на огород. О, красотень-то сирень. Много зелени, красивые домики, хороший район. Считается сейчас, я думаю, одним из лучших районов, потому что рядом с нами находится лес. 15 минут ходьбы. Поселки выдвинулись по делам по нашим. И вот сейчас едем. Смотрю, тут экскурсия. Новый трамвай. Замену про пенсионный, про, вернее, про другие документы тоже все решено. Идем с мамуськой по Ленинскому району, да, мамуль? Мамуля машет. Идем, балдеем, идем в кафе пить. Что, мамуль, будем пить? Картошку есть, пирожное. Пирожное. Мое любимое, девочки, пить кофе. Будет администрация Ленинского района. Центр Ленинского района. Там работает моя подруга в администрации. Катюша там работает. Она много лет. Но она много лет работала. Сейчас я не знаю, но работала до того. Центральная площадь на проспекте Ленина. Да, мам, проспект Ленина? Центр Ленинского района. Я вот не застала фонтан. Это было здание, а фонтан вот сделали не так давно. Пирожная картошка моя, выпиховый чай, мама там. Черный чай и сидим, балдеем. Вот такая кафешечка небольшая. Саратов радует своими зелеными зонами, чистым воздухом. Небольшой город, конечно, несравнимо со столицей, но тем не менее сравнивать не стоит, потому что особая атмосфера, все очень уютно, все очень мило моим глазам и сердцу. Поэтому, друзья, это когда мы с мамой возвращались, я немножко поснимала, потому что вот эти дома, когда я уезжала много лет назад, их еще не было. То есть, конечно, все строится, и немножечко уже так смотрю ближе к лесу, да, дома.
Поэтому так, друзья. Ну, то, что зелень, это, конечно, замечательно. Это здорово для здоровья, потому что воздух чудесный, замечательный. Моя школа. Что? Березоньки. Ой, там и птичка. Ой, красота-то какая. Липа, а рядом рябина. Мамуля мне. Орех замерз. А это орех замерз, потому что была жара, а вон кашан сидит чей-то. Какой красивый. Или, Вася, ах ты красавец. Ой,